игрового времени так и не хватило командам, чтобы разобраться, кто из них сильнее. Будут разбираться, кто из них... Итак, первый удар. Какой сложный мяч! И все-таки он залетает в ворота. А ведь потом никто не вспомнит, что вратарь-то сыграл здорово на самом деле. Вот так бывает. Тебя камни бросать не будут, если ты пенальти пропустил. Но понимать, что ты его взял почти, это очень тяжело. И это гол! Вот так промах! Да, нервничал парень. Даже видно было это по разбегу. С самого начала в себя не верил. Четкий удар и гол! Игорь в этом моменте в порядке. Удар с точки точно. Итак, решающий момент матча. Если он не забьет, команда проиграет. И спасает голкипер команду. Все, матч окончен. Безусловный герой дня. Сейчас его, по-моему, будут качать. Ну вот и все. Команда выходит в финал. Поздравляем заслуженных победителей. Да, матч действительно получился очень нервным и напряженным, каким и должен быть полуфинал. Думаю, что и в финале мы увидим подобный накал страстей. Есть варианты для паса. Черышев. Это гол. И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. И выносится мяч из штрафной. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Отличный удар. Удар, перекладина и гол. Игрок вколачивает мяч от перекладины в ворота. Всю душу вложил в этот удар. Да, пробил действительно очень сильно. И... опасно! Удар, сейв, неудачно отбивает. Стойко помогает мячу попасть в ворота. Гол! Ну вот иногда мы говорим, штанга друг вратаря, но сейчас что-то вот не подружились. Да, голкипер здесь не рассчитал.